Страх Божий. Я специально не взяла камеру, чтобы не тащить. Привет, зритель. Там птички. Я когда ехала, тут, точнее, вела велик, тут столько этих птичек было. Жутко и стрёмно. Ну, то, что слева от меня, сзади уже, это кладбище под церковью. И когда не было тут берега такого укрепленного, то, когда мы были маленькие, иногда и кости, говорят, вымывались. Я наконец-то нашла этот пляжик, да, у меня тут рука малость дрожит. Короче, я не взяла камеру, но я нашла, по-моему, путь сюда, не по лесенке, а подняться со стороны дома моих родственников. Если получится, я сначала поднимусь так на обратном пути, а потом спущусь, возьму уже велик. Если получится, то с великом поднимусь обратно, уже поеду. В следующий раз тогда поеду в обход, потому что с лесенки очень неудобно спускать. А если нет, то придется снова корячиться по лесенке туда и обратно. И в следующий раз, мне, может быть, завтра, может, в пятницу возьму сюда уже камеру и чисто вот засниму это. Уже на камеру возьму на приближение. Сейчас пойду, я тут специально немножко отошла, просто посмотреть, что тут как. Пойду к пляжику. Правда, сейчас вот облачка. Может, хотя бы просто воду пощупаю. С одной стороны, не хотела, чтобы не было людей. Ну, как бы много людей не хотела бы, но я не против была бы, если бы тут хоть один человек был. Ну, благо, я поняла, что именно тут пляжик. Как бы он все-таки выделяется, как небольшой пляжик. Хотя отсутствие людей. Может быть, в плюс. Пока, зритель.